Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 123 на странице 47. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем вспомнить таблицу умножения 8 и 9. 8 на 8 равно 64. 8 на 7 – 56. 8 умножить на 9 равно 72. 9 умножить на 6 равно 54. 9 умножить на 8 равно 72. 9 умножить на 9 равно 81. 9 умножить на 7 равно 63. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.